В арт-галерее Ирины Долининой открылась выставка «Разумная красота» живописца, выпускника Пензенского художественного училища имени Савицкого Марка Смирнова. Марк Александрович – почетный член Российской академии художеств, член Международного художественного фонда, награжден серебряной медалью Академии и золотым знаком Международного фонда «Культурное достояние». Марк Смирнов работает в направлении современной реалистической натурной живописи, которая сейчас является большой редкостью в России и за рубежом. Зритель видит высочайшую технику письма, разнообразие направлений – портрет, пейзаж, жанр, символизм. В представленных на выставке произведениях искреннее восхищение красотой и величием природы средней полосы России и Италии. Сохраняя первое впечатление от натуры, художник находит свою интонацию, свое пластическое решение, соответствующее его душевному состоянию. Художник демонстрирует умение в обыденности увидеть красоту, позволяет взглянуть на мир по-новому. Выставка работает по адресу город Одинцово, улица Чикина, 1А.